Когда-то читал историю про то, как Хемингуэй поспорил, что сможет написать рассказ, состоящий всего из 6 слов, который тронет любого. Спор он выиграл, написав рассказ «For sale baby shoes never worn». Продаются детские ботиночки, неношенные. По-русски слов получилось даже меньше. Не знаю, насколько правдива эта история и отреагировали бы люди сейчас на этот рассказ так же, как в то время, когда его написал Хемингуэй. Все-таки сейчас неношенные детские вещи на каком-нибудь Авито продаются сплошь и рядом. Купили про запас, ребенок быстро вырос и не успел поносить. А к чему я сейчас вспомнил эту историю про рассказ из 6 слов, которые написал Хемингуэй, так это к тому, что я сейчас в 6 словах опишу то, что происходило в отношениях у каждого из вас. Итак, мой рассказ о любых отношениях всего из 6 слов. Все получилось не так, как ожидал. Те, кто хоть раз был в отношениях с женщиной, наверняка со мной согласятся, что через какое-то время баба неизбежно начинает заебывать вас своим поведением. Вот смотришь на нее и думаешь, она это специально или просто настолько тупая, что сама не понимает, что она делает. Вспомните, сколько раз вы пытались поговорить с женщиной, обсудить ваши отношения, сколько раз вы ей предлагали, давай больше не будем сворачивать друг другу кровь и начнем общаться по-нормальному. И что, чем все эти ваши разговоры закончились? Баба к вам прислушалась и стала вести себя нормально? Я уверен, что ни у одного из вас такого не случилось. Баба не хочет и не может общаться нормально. И это факт, который нужно принять. В отношениях с женщиной возможны только два варианта. Или вы сломаете ее, или она сломает вас. Поэтому, если вы не хотите участвовать в постоянной войне полов, или не чувствуете в себе силы для этого, то ни в какие отношения с бабой вам лучше не лезть. Потому что если вы в них влезете, то в этом случае она вас неизбежно психологически и морально сожрет. Stepping good, tell her I'll be stepping good.